по широкой Руси нашей матушке колокольный звон разливается. Ныне братья святые Кирилл и Мефодий за труды свои прославляются. Так вот они, наши истоки, плывут в полумраке светясь, торжественно строгие строки, летая славянская вязь. Так вот где, впервые обрел подножия гор подобным знаком Софии алмазную твердость глагол. Великое таинство звука, презревшее тление и смерть, на синих днепровских излуках качнула в недвижную твердь. И Русь над водой многоперной, открытая вольным ветрам, «Я есть», — заявила вселенная, «Я есть», — заявила века. Подобает разумным людям. Постигайте мироздание, несите слово убежденно, знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. Славя, просветитель,
Все.
Детской хоровой школы города Петрозаводска. Славянский язык – начало, корень русского языка. Он чрезвычайно силен и выразителен, а потому весьма пригоден к выражению самых высоких истин. Ведь прекрасная мысль требует и формы прекрасной. Для молитвенной беседы с Богом, ангелами, святыми и язык должен быть священный. Десятая часть всех языков на Земле имеет письменность на основе кириллицы. Русский алфавит – это наше национальное достояние. Именно он отражает все богатство нашего великого русского языка. Именно он и есть стержень нашей культуры, нашего самосознания, нашего бытия как русской нации. Огромный пласт нашей культуры – это народное творчество, среди которого один из любимых всеми жанров – народная песня. Слово и музыка всегда тесно связаны друг с другом, потому что они обращаются к душе человека. Густой, непрозрачный и вязкий, тяжелый, как сотовый мед, как капли его золотые, живут и сейчас в языке. Слова налитые, густые, хоть каждая взвесь на руке. Они веселы и суровы, до наших времен донесли значительность каждого слова в начале российской земли. На сцене образцовый коллектив детского художественного творчества, лауреат международных и всероссийских конкурсов, хоровая капелла мальчиков и юношей «Виват» Детской хоровой школы города Петрозаводска. Художественный руководитель и дирижер Анастасия Валерьевна Попова. Хормейстер Наталья Александровна Рахманова. Концертмейстер Елена Дмитриевна Богомолова. Thank you.
Владеть человек. Чтение – это душа человека. Письмо – забота о будущих поколениях. С полным основанием можно говорить об уникальности этого праздника, обращение к истокам национальных культур славянских народов и их тесная взаимосвязь
подчеркивают органичное единство и вместе с тем многообразие культурных традиций. Есть на свете слово «вещи», есть простое, есть зловещее, слово «мести», «утешение», слово «чести», «все прощения», слово «злое» и «пустое», ведь оно немало стоя станет в битве словом «мщения». В горе – словом утешения, в год борьбы – живою правдою, в день любви – немою клятвою, сутью дружбы, добротою. И простое, и святое, а с мелодией свободной станет песнею народной. На сцене кандидатский хор детской хоровой студии Теллерва «Петровский дворец», руководитель Бердино Наталья Валерьевна, хормейстер Чупрова Мария Александровна, концертмейстер Тумакова Юлия Геннадьевна. Прекрасно.
Кандидатский хор детской хоровой студии Кемерово, Петровский дворец. Работу, которую проделали святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, сложно оценить. Их труд огромен. Они смогли объединить миллионы представителей славянских народов, которые продолжили совершенствовать свои языки, свои национальные традиции. Язык – основа культуры любого государства. Он дает свободу мысли, развитию науки и искусства. Язык способен объединить народы и страны. Язык – это политика и духовный рост общества. Благодаря развитию культуры речи мы становимся единой нацией, единым народом. Стоим и созидаем, становимся лучше и нравственно богаче. На сцене театр казачьей песни «Карусель». Руководитель Наталья Брагинова. Пирогами тушились. Ой, вкуснотища! Как пойма тушил пожар, но на этом не сказал, только лишь на самой. Задушил он голодой.
Это светлое и приятное чувство, которое дарит улыбку и приносит радость. Иногда оно вызывает даже замирание сердца. Добро сравнимо с кусочком счастья. Это намеренно и бескорыстно помочь другому, не ожидая чего-то взамен. Добро, сделанное без усилий и спонтанно, самый приятный поступок. Доброта – лучшая черта человека. Добрым быть совсем непросто. Не зависит доброта от роста, не зависит доброта от цвета. Доброта не пряник, не конфета. Только надо очень добрым быть, чтоб в беде друг друга не забыть. И народы будут жить дружней, если будем мы с тобой добрей. Доброта приносит людям радость и взамен не требует награды. Доброта с годами не стареет, доброта холода согреет. Если доброта, как солнце, светит, радуются взрослые и дети. На сцене образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия. Концертный хор Теллерва Петровского дворца. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник образования Республики Карелия Ирина Владимировна Белковская. Хормейстер Анастасия Бурцева. Образцовый детский коллектив художественного творчества «Старший хор «Фантазия». Дома творчества детей и юношества номер 2». Художественный руководитель, заслуженный работник образования Республики Карелия Ирина Борисовна Лобаскина. Хормейстер Дарья Тимофеевна Петрина. Концертный хор «Вдохновение» Петрозаводской детской школы искусств имени Балакирева. Руководитель Владислава Владимировна Дербенева. Концертмейстер Надежда Полищук.
Thank you.
дом, где мы с тобой живем, и березки, вдоль которых рядом с мамой мы идем. Что мы родиной зовем? Поле с тонким колоском, наши праздники и песни, теплый вечер за окном. Что мы родиной зовем? Все, что в сердце бережем. И под небом синим-синим флаг России над Кремлем. Из поколения в поколение передается народная мудрость, народное поэтическое слово. И эта преемственность может прерваться, если только мы с вами разучимся петь, танцевать, играть, мечтать о будущем и ценить прошлое. Мы летали там, было славить за него.
славянской письменности и культуры подошел к концу. Мы желаем вам счастья, здоровья и благополучия. До свидания и до новых встреч!